Здравствуйте, это канал Максимадзе и консоли версии игры «Когда цвет соседа» сегодня у нас продолжается. И сегодня мы будем проходить снова уровни из первой части «Когда цвет соседа». И нас ждет таких целых 7 уровней. Еще 2 бонусных там наверху будет. Пиглет, первый уровень у нас. Ротвейлер завел себе питомца. Свинка. Фейтинап, что-то там. Может, он имеет в виду, чтобы на шашлык потом отправить. Он сам, он иногда спит. Что-то еще делает. Пусть Вуди приснится соседу в ночных кошмарах. Что-то не сильно шарю в английском в этом случае. Ну, в общем, посмотрим, что у нас тут. Да, уровни из первой части мне нравятся больше в этой игре, чем в консольной версии. Уровни из первой части нравятся больше, чем уровни из второй части. Они тут уникальные и сильно отличаются от версии для ПК. И на этом уровне впервые появляется мамаша соседа. Вот она дрыхнет в кресле. И она тоже является противником для Вуди. Да. В первой части мамаши не было, а тут нам представляют ее, собственно говоря. И сейчас я вам покажу. Давайте сначала проиграем. Собственно, покажу, как будет выглядеть потеря жизни при мамаше, собственно. А если от нее убежать, то сосед начнет нас разыскивать. И я вот всегда, знаете, думал вот что. Раз уж при потере третьей жизни сосед нас это... Короче, другая анимация там становится уже. При потере третьей жизни соседом. И я думал, какая же анимация с мамашей будет. Тоже, наверное, что-то уникальное. Но оказалось, что нет, все то же самое. Вот я... И сейчас я вам это докажу. Да, при потере третьей жизни, я думал, будет тоже уникальная анимация, но нет. Для мамаши такой анимации не сделали. Ну ладно, теперь давайте уже по-нормальному пройдем уровень. Добавляется, собственно говоря, у нас третий этаж. И в отличие от версии для ПК, стены в спальне стали светлыми, такими вот розовыми. Ну и мы видим окна из комнаты, которая нам еще пока недоступна. Ну и, собственно говоря, на улице стало солнечно. А не так, как в первой части, пасмурно. Вот так. И супер-мега-острые чипсы со вкусом перца. Берем отсюда. Так, ванной нам брать нечего, абсолютно. Так что идем наверх. Кстати говоря, сегодня произошел... Ой, не сегодня, позавчера произошел такой случай. Мы с дедом ездили в Пятерочку. Магазин такой. Он остановился, пошел, а я остался в машине с открытым окном, потому что жарко. Ко мне подходит какой-то темнокожий чувак, говорит: слушай, я тут такой нищий, можешь дать денег на что-нибудь покушать? Я говорю: нет, не дам. Он сказал: ну смотри, у меня тут большие связи есть, мы тебя потом найдем. И ушел. Я не испугался, наоборот, посмеялся только. Потому что, ну какой ребенок ему поверит, что
ему денег нет, жрать нечего, но есть большие связи. О, господи, ну какой ребенок такой поверит? Я просто угарнул. Понятное дело, что он сказал так чисто, чтобы это припугнуть. Да, ну и тут вместо санины мы видим матрас под кроватью. Вот причина, потому что мы не можем спрятаться. В оригинале там была санина. Горшок с саниной. Давайте ее выпустим. А здесь зачем-то решили сделать такую же анимацию, как при этом, с пакостью с чипсами. В оригинальной ПК-версии там уникальная была анимация, когда он челюсть в рот себе сует. Так, ну и чтобы свинюшка насрала, надо ее накормить еще яблоком здесь. Ну и она не двигается, кстати. Не хрюкает, как ни странно. Две монетки одним разом. Ну и осталось последнее, это непосредственно чипсы. Да, в этот раз он мамочку свою кормит, а не попугая. А попугай почему-то не появляется. Да, вот это как-то нелогично. Уж лучше это... Ты чё мне подсунул? Я тебе по жабе дам. Нафиг. Короче, странно. Лучше бы он, конечно, попугая кормил. Это было бы как-то более логично. Чё мамочки по чипсине подносить? Ну, а попугая на уровнях вообще не появляется в консольной версии. Это... вот это... недостаток, я бы сказал. Кстати, об этом. В главном меню появилось... в разделе Extras Sketches разблокировалась. Я не помню, после какого уровня она открывается. Но она уже доступна. Extras, вот, Sketches. Это разные картинки с персонажами игры. Это, собственно, бармен, капитан, собака соседа, собака-мамаша, собственная шапка, мамаша сама, собственно, сосед и различные арты из игры его. Это тоже, наверное. Вот это что за дедушка, я не знаю. Игнатий Шубич, кстати, который делал комиксы «Пока до соседа», сделал его отцом соседа. И, в принципе, я думаю, почему бы нет. Ольга, конечно же. Ну и попугайчик. Попугайчик тут есть. Вот этих в картинках он есть, а в самой игре его нет. Это как-то странно очень. Ну и, конечно же, Вуди. И еще один арт из игры. Ну а концовка будет открыта, естественно, позже. Когда уже будет пройдена игра. Следующий уровень — сани. Короче, солнечный день. И сосед идет на балкон. И поливает... цветок мамочки своей, я так понял. Водой. Ну и Вуди парочка новых пакостей наготовит. Давайте попробуем. Так, загрузочка.
И посмотрим, что же нас ждет на этом уровне. Здесь новые пакости у нас есть. Ну, во-первых, сосед так же, как и в оригинале, идет зубы сначала чистить. А аптечка закрытая валяется теперь на полу. Так, вот это вот не проглядеть надо ни в коем случае, да. Дощечки. У соседа, видимо, сломался пол. И лейка у нас теперь тут стоит. А земля здесь. Ключик от аптечки висит там, где, в принципе, ему надо висеть. И вот открываем зонтик. И вот обратите внимание, у Вуди сменилась одежда. Как? Вот как так? Ответьте мне на вопрос, как у него могла измениться одежда? Закрыли зонтик, и внезапно у него опять стала стандартная одежда. Вот это минус. Это ляп, это минус. Это плохо. Вот это зря было. Так, во-первых, открываем аптечку, собственно, на полу она у нас почему-то. И подменяем щеточку, конечно же. Земля сюда. Бутерброды нам надо дощечки подсунуть. В хлебе они будут не очень заметны. И у нас сейчас будет полно времени на то, чтобы леечку вот эту вот испоганить. Ну как леечку? Водичку яда налить. Кофе с землей. Да. Ну, естественно, он побежит чистить зубы. Теперь приготавливаемся мед наливать туда. И дело в том, что нам придется подождать соседа. Потому что эта пакость со временем станет неактивной. Появится временная шкала. Ну-ка, ой, как вкусно. Блин! Ой, мои зубы, блин. Ой, блин, обошлось. Откуда тут деревяшки, черт возьми, блин? Какие жесткие. Ой, какой трэш. Вперед. Да, действительно солнечный день. В то время как в оригинале пасмурная погода была. Никакой ни солнечной там не было. Ну, сосед, как вы знаете, у нас у него заживает все прямо через за секунду. Даже меньше, чем за секунду. Ну и, естественно, леечка с ядом у нас еще осталась. Цветочку не поздоровится, походу. Ой, господи. Ah!
Да, яд быстродействующий. Цветку за несколько секунд хана пришла. Так, Mother Day, следующий уровень называется. Я описание забыл прочитать. Сейчас мы это поправим. А, господи, я... я еще не выбрал. Что-то я заслупокел, короче. Mother Day называется этот уровень. Я что-то только что подумал, что я выбрал его только что. Не, нифигашечки. Так, короче, день матери. Мы думаем, что сосед сегодня занятой, что-то там... Он делает статую для мамы. Она... Короче, подарки для мамы делает разные. Ну и Вуди тоже сделает пару подарочков. Да, и здесь у нас постоянно работающий мотор. И кнопки канцелярские у нас тут появились. А также появилась пакость с лосьоном для бритья, которая в оригинальной ПК-версии была еще в первом сезоне. Оттуда она появляется только сейчас. Бежим. Вазочку он, короче, делает здесь, а потом идет бриться, собственно. И давайте пакостить начнем прямо сейчас. Заряжаем камеру заранее. Здесь мамаша позировать ему будет. Ибо в ПК-версии он... Ее здесь не было, он так, втихушку специально для нее по-тихому делал. А здесь все не так. Так, вот так делаем. Здесь уже ключ нам надо, а не просто голыми руками. Он ее еще заряжает, не зная то, что она уже заряжена, и он ее перезарядил, считай. Слепануло в нее. Давайте усилим моторчик. Да, ну и шарики здесь у нас не в какое-нибудь любое место можно, а именно на ковер на этот. Ну и, естественно, лосьон клей у нас должен быть. Да, мне в школе один раз на стул кнопку положили такую. Mm-hmm.
Да, это одна из моих самых любимых пакостей, вот это вот. Потому что вы видели его рожу вообще, когда он это увидел. Так, ну и лосьон после бритья, разумеется. Так, ну и со статуей последняя пакость у нас. Пора статую делать. Так, ну блин. Ты все испортил. Сейчас я тебя... День матери мне испортили. Ну что такое, а? Ну достали меня все, блин! Да. Перфект, конечно же. Так, и сейчас вроде бы должен открыться второй бонусный уровень. Да, все верно. Ну и давайте к ним и перейдем прямо сейчас. Барбекю. Барбекю, это же хороший этот. Барбекю на хорошем огне. И сосед решил поедать один стейк за другим, что-то там, короче. Это же просто пальчики оближешь. Ну и, собственно говоря... Красных горячих пранков Вудина готовил у нас сейчас есть. Ой, так. И здесь появляется пакость с портретом. Одна из самых... Наиболее постоянных пакостей первого сезона, который появляется только здесь. И здесь она усложненная. Почему, сами потом поймете, естественно. Можно прятаться вот здесь, кстати. Только это. Еще, кстати, есть один нюанс. Если... Если есть укрытие, в котором есть мини-игра, и в этой мини-игре, то есть шарик у нас выпадет, мы упадем из укрытия, то персонаж, который спит в этой же комнате, проснется. И это я продемонстрирую сейчас. О! Но собака не сможет сказать соседу, что мы спрятались в укрытие. Так, что у нас здесь? У нас здесь усилитель роста. Здесь сосед не просто мимо картины проходит, он специально идет к картине на мамашку свою посмотреть.
И мамочка, люблю тебя. Так. Так, короче, идем теперь на кухню. Собственно говоря, вы сами уже в курсе, что сосед сделал со своей хрюшкой. Результат вы видите прямо перед собой. А здесь у нас этот уксус. И нужно нам тапочек засунуть туда. А, вот беда-то, а. Придется это сделать так. Ой, господи, не то. Ладно, тогда пакость с этим, с портретом напоследок оставим. Ибо я не успею уже никак ее сделать. Но на пёртик все равно получится пройти. Сосед даже не подозревает, что он берет тапок вместо мяса. Наверное, он так похож на него. На мясо. Да, эта пакость делается с помощью мини-игры, и предмет, поскольку длинный и тонкий, удерживать его становится труднее. Да, вот нет времени бугуртеть, надо за гнету жителям бежать. Чё ты бугуртишь-то, ё-моё? Туши, чё бугуртишь-то стоишь, ё-моё? И вот это пенистое он будет кушать. Не просто пенистое, он, это даже не мясо. Да, кстати, вот эта пакость с тапком, она перекочевала в Neighbors Back From Hell. Это была единственная там новая пакость. Все остальные пакости точно-точно такие же, как в ПК-версии были. Впрочем, там не было вот этой вот анимации, которую вы видите сейчас, с кривой рожей. Вот эта анимация только была там. Да, сосед съедал свой собственный тапок, ну обалдеть. Так, ну и пакость с портретами, естественно. Кстати,
рожа на портрете, ну, просто офигенная. Вот вообще. Гораздо круче, чем то, что в оригинальной для версии для ПК было. Ну, вообще. Возможно, кстати, кто-то спросит, а почему 0 очков за то, что мы не потратили ни одной жизни? А я вам отвечу. Просто если потерять жизни, то это будет не 0, это минус сколько-то очков будет. А так что это нормально. Это все нормально. Это именно число, которое снимается за потерянные жизни. А тут с нас ничего не снимают, потому что мы не потеряли, мы молодцы. И давайте сразу ко второму бонусному уровню, Do It Yourself. Ротвейлер у нас мастер на все руки и решил, собственно говоря, чинить все в доме. И несмотря на... Ну и, короче, Вуди тоже поможет ему, собственно говоря. Майт, это что-то там могучесткое, это что-то. Или может это имеется в виду сумерки или что это. Да, это, кстати, второй ночной уровень в игре. И в котором здесь много, довольно-таки много отличий. В отличие от уровня мастер-ломастер в оригинальной игре. К примеру, мы уже видим, что здесь есть мамаша, и сосед делает для нее массажное кресло. А не стульчик собирает какой-то, который собрать-то и не может. Но моторчик негодный совсем, судя по всему. Также можно заметить, что изменилось расположение краников. Краников отопления и краников воды. Краника, точнее. Поскольку сейчас ночь и здесь нет люстры, естественно, в этой комнате темно. Это как бы логично даже. Так, сначала нам надо, чтобы мы успели сделать, повернуть краник, сосед перед этим еще и в окно посматривает. Это очень, действительно это помогает. Теперь ждем, когда он выключит воду. И здесь он включает как кран воды, так и кран отопления. В оригинальной ПК-версии-то он только кран воды включал и отключал. А кран отопления он отключал только при пакости. У него газонокосилка, кажется, он есть, как можете заметить. И на ней какой-то моторчик странный стоит. Явно не родной, самодельный какой-то. Ибо, ну, на газонокосилке выглядит это, сами понимаете, как. Давайте его снимем. Моторчик, очевидно... Очевидно, что моторчик этот мощный. И отлично подойдет для моторчика в кресло. И давайте начнем прямо сейчас пакостить. Установим моторчик сюда. Вот, теперь кресло точно заработает.
Даже, наверное, сильнее, чем надо. Сосед видит в темноте все, как ни странно, видимо. Ой, блин! Ох, повезло как, а? Я просто забыл, что он пойдет обратно вставлять пробку. Вот это повезло сейчас, я успел. Так. Так, пора попробовать. Мама, давай попробуем. Твою мать, что это было? Сейчас ты получишь, блин. Зачем только такой круг вокруг него надо было делать? Вот, кстати, еще обратите внимание, что вот сейчас батарея включена, и из нее вот такой пар выходит. И она немножко надувается. И из краника немножко брызги вытекают. Когда он закрывает кран, то там перестает это действовать. А теперь из крана капли вытекают. И пар выходит из крана. Немного это как-то странно, но тем не менее. Пара. Почему бы и нет, типа. Сейчас у нас нам дается время, чтобы выключить. Чтобы включить и тот краник. Он там бугуртит, у нас есть время на то, чтобы убежать. Так, лестницу, естественно, веревки эти обрезаем. Ну и шлифовальную машинку голыми руками просто можно использовать. Разобрать. Да, здесь он даже повторно идет чинить это все. Сейчас опять краники закрывать пойдет. Да, он сначала идет к шлифовальной машинке, что нам дает время на то, чтобы установить пробку. Вернее, здесь у нас это не пробка, это скрепка вместо пробки будет. Вот так вот.
Я и здесь ему в ответ обратно прилетает. Судя по звуку, он в какую-то машину попал. Рано, Бугурти, сейчас тебя самое интересное еще впереди. О! Вот даже, видите, моргает свет в комнате. Ну и он после этого падает с лестницы, а не спускается, что более логично. Так, уровень пройден, и еще осталась парочка уровней. Возвращаемся сюда, и уровень фитнес ждет нас. Короче, Ротвейлер решил качаться и качаться. Да, он занимается йогой, занимается вот этим вот, что вы видите на картинке, прыгает на трамплинчике, ну и, собственно говоря, десертик пожевывает. Но ничего, Вуди замотивирует его. Кстати, можно заметить, что картинка, во-первых, отзеркаленная, вот это вот. А во-вторых, отсутствует дверь. Это можно сказать... Может быть, это типа, что... Это напротив двери. Что там еще одна розетка такая же служит. Наверное. Почему бы нет, типа. Так, ну ладно. И появилось опять еще одно окно на в гостиной. И шкаф опять у нас разобранный, как на первом уровне. Вместо него мы можем спрятаться в вешалку эту. С мини-игрой, естественно. Так, здесь нам уже предстоит 4 портрета сложить. И это не так просто будет, но у нас получилось. Со временем мини-игры усложняются. Впрочем, только это усложняется. Другие игры, так как усложнишь? Подождите, а я таблетки-то взял? Взял я таблетки уже. Могу сюда не ходить уже. Еще одно окошко. Зачем оно? Непонятно. Здесь ничего нету. Книжечка у нас тут. И пила для металла у нас тут лежит. И давайте пакостить начнем прямо сейчас. А, мы что-то на кухне забыли взять. А, резинку. Резиночку, да. Пакостить начинаем прямо сейчас.
Вот беда. Вот это беда. Придется заново начинать уровень. Заново начнем уровень, потому что не получилось у меня. Я на перфект хочу просто пройти. Просто хочу на перфект. Этот уровень я без проблем могу пройти на перфект. Вот насчет Red Bull я не уверен, что на перфект пройду. Он слишком сложен для того, чтобы на перфект его проходить. Но будем пробовать все равно. Но этот я точно должен на перфект пройти. Впрочем, то, что ты пройдешь все на перфект, это тебе ничего не даст. Никакой бонус тебе в конце за это не дадут. Единственное, чем перфект помогает, это два бонусных уровня открыть. За 9 и за 15 золотых звезд, собственно. Нет. Ольга у нас это в этот раз будет. Я специально это сделал, чтобы время задержать немного. Да не, не пойдет сосед уже наверх. Какой десерт он здесь, кстати, не кушает. Я не помню, я не так и не понял, что там в описании про десерт написано было. Или это не десерт, я не знаю, как называется. Не знаю, как переводится тогда. Но здесь он не кофе себе там варит, а это в окно смотрит. Зачем надо было кости засовывать в нее, но ну да ладно. В него. Точнее, в ролик. Да, видите, кстати, рука соседа почему-то проходит сквозь аквариум. И это почему-то в эмуляторе такое, а не в игре. Я видел прохождение именно оригинальной игры, там такой фигни не было. Там нормально было все. А здесь вот что-то вот такой глюк происходит. Непонятный. Сосед идет обратно ее положить в комод, в этот в ящичек, в тумбочку, ё-моё. В тумбочку, правильно называется она.
Да, даже кирпичи падают. Минут уже, кстати, прошло. Даже боль, даже 51. Да, он, кстати, как-то, видите, в кусок этой крыши упал. И исчез в нем. Короче, тут как-то коряво сделали, могли бы получше сделать. Блин, не получается поставить камеру так, чтобы его там полностью было видно. Так, ну и штанга, конечно же, у нас осталась. Пакости со скакалками здесь нет. Причем, кстати, обратите внимание, что в оригинале на этом уровне было 7 пакостей, здесь ограничились только 7. Так, ну и последний уровень на сегодня. Ландри. Последний уровень из первой части в консольной версии. Собственно говоря, да, уровня сезон охоты нету в консольной версии. Короче, уборка. Сосед снова решает... заняться уборкой... Все помыть, подготовить, видимо, готовиться к следующему круизу. Снова решает взять отпуск и отдохнуть от улик. И собирается вновь. Да, здесь собака аж здесь, в коридоре, это очень напрягает меня. Так, берем вот эту фигню, порошок, собственно. И, по-моему, он, кстати, выглядит так же, как этот. Тот же порошок, что мы сыпали в этот, в пудинг. Это он и есть, наверное. Да, можно вот так вот крутить. Давайте в другую сторону. Это тот случай, когда нечем заняться, и мы делаем вот такое. Быстрее можно.
Блин, клавиатура шумная. Ну, можно вот так просто удерживая крутить. Правда, она с тормозами так крутится. В штаны белье себе засунул. О, красавец вообще. Другого способа нету. Так, мини-игра снова здесь у нас. Ну, сложностей долгой в ней не будет. Мы можем заранее испортить пылесос, но не сыпать, набрать в совочек земли, но не сыпать ее пока. Теперь в подвал. Опять эта собака смрадная, которая немножко замедляет ход мне. Да, здесь у нас повторяется пакость с электричеством. И мини-игра опять подъехала к нам сюда. И опять долго возиться в ней не придется, к счастью. Да, бутылка теперь красная, а не зеленая. Так, ждем, когда он, короче, уйдет, и пойдем наверх тогда. Вот сейчас можно и насыпать земли на ковер. Сыпем порошок туда. Да, здесь она прям громко работает уже, эта машинка. Пока версии-то и машин, стиралка и сушилка работали тихо, а здесь громко. Так, ну, утюг портим незамедлительно. Уже час, кстати, прошел ровно.
Да, долго же этот... Я чувствую, долго это видео будет монтироваться, обрабатываться. Ну, кстати, он утюг этот не замечает пока. Он увидит его только когда ему надо будет к нему идти. Ничего особенного не произошло. Он просто пока был дудакором, ну и что-то, видимо, случилось, но мы не увидели, что. В первой части это что-то было. Там рыбка в пузырьке улетала в окно. А здесь-то ничего не произошло. Ну, наконец-то. На сегодня закончить надо бы. Уже целый час идет видео. Я не знаю, во сколько оно вообще выйдет. И выйдет ли оно сегодня. Не факт просто, что оно сегодня выйдет. Потому что сколько оно монтироваться-то будет. Обрабатываться в видеоредакторе. Там сколько будет, я не знаю. Часа 3-4, наверное. А уже у меня 6 часов. Да, короче... На сегодня закончим. С вас лайк, подписался, с меня эпичные видосы. Я не обещаю, что этот выпуск выйдет сегодня, во вторник. Возможно, он выйдет в среду. Ну, в общем, посмотрим. На сегодня все. С вас лайк, подписался, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой тренерский канал, вступайте в ВКонтакте. И всем пока.